29 октября – День комсомола. Сегодня этой молодежной организации исполнилось 92 года. Традиционно в этот день запорожские комсомольцы собираются у памятника «Тревожная молодость». 29 октября в любую погоду из года в год возле памятника «Тревожной молодости» много людей. Бывших комсомольцев не бывает. Они приходят сюда, чтобы увидеть друг друга. Вспомнить молодые годы, поделиться своими мыслями насчет настоящего. Для многих из них комсомол ассоциируется с серьезной жизненной школой. Для нас это была очень хорошая школа жизни. Поэтому мы считаем, что мы возвращены и воспитаны именно комсомолом. Тогда была это единственная организация. И она очень много делала хороших, полезных дел для молодежи. Поэтому нам это очень важно и памятно. И мы всегда этот день здесь собираемся, чтобы еще раз посмотреть друг на друга, вспомнить, что мы делали, чем занимались. Это было все не зря. Отличительной чертой тех лет, говорят комсомольцы, была бескорыстность мотивов для труда во благо общества. Люди работали за идею и работали самоотверженно. Люди после ночной смены шли строить спортивный манеж, шли на субботники на строительство железной дороги. Это была общность людей, которым было приятно делать и общаться. Встреча тех, для кого аббревиатура ВЛКСМ не пустой звук, а годы боевой молодости, закончилась митингом возле памятника тревожной молодости. Самое главное, что во время политических баталий он не превратился в политическую акцию, а стал просто встречей старых друзей.